Всем привет! Сейчас у нас весна и время недостатка витаминов в организме. Можно себе заработать авитаминоз. Я всегда покупаю зелень. У меня есть свои люди, кто мне с большой скидкой продают наисвежайшую, вкусную, такую вот красивую, ароматную зелень. Я покупаю примерно вот в таких количествах. Первый слой у нас здесь ластится. Это у нас стручковый лук. Вот он, стручковый лук. Обязательно он должен быть. Это витамины. Второй слой у нас... Здесь укроп, то есть он застилает полностью весь вот поднос. И третий слой, это моя любимая кинза и также петрушка. Петрушка обязательный атрибут и кинза, я просто обожаю кинзу. Не знаю, кто там называет, какая-то клоповая трава там. Как по мне, так вся восточная кухня, узбекская, таджикская, азербайджанская, турецкая кухня. Если даже взять стран Азии, у них основной базис – это блюда, построенные на вкусе кинзы. Без кинзы не было бы той самой характерной восточной кухни, которая сейчас у нас. Вот такой вот набор зелени. Я это все покрошу мелко-мелко-мелко и потом кину все это в морозильник. Хранится. Морозильник у меня замораживает до минус 21 градуса. Так что зелень там хранится хорошо, не теряет ни вкус, ни цвет, ни текстуру. И у меня всегда под боком, всегда в любое время есть уже заготовленная, приготовленная, вкусная, ароматная, такая вот яркая, сочная, красивая зелень. Зелень я нарезал. Сейчас у меня в холодильнике, а именно в морозилке, минус 21 градус. Вот я открываю отсек с морозилкой. Вот столько зелени у меня получилось в нарезанном виде. Здесь у меня базовый набор, то есть так называемый джентльменский набор. Сначала идет стручковый лук, потом идет укроп, потом петрушка, потом кинза. Можно было, конечно, добавить сюда базилик, но там, где я покупал, в тот день именно базилика не было. Вот этот вот джентльменский набор тоже очень хорош для супов, для мяса, для рыбы, для соусов, для салатов. У меня всегда под рукой есть запас свежих, а свежих, потому что они заморожены при минус 21 градус, всегда есть у меня в запасе такие вот витамины, такая вот ароматная, наивкуснейшая зелень. И хватит мне этого где-то примерно на 2,5-3 месяца. Вот так вот я заготавливаю зелень, витамины, особенно актуально это весной, когда идет авитаминоз. Все, всем спасибо, всем пока.